Еще одни гастроли провалились. Николаевская полиция задержала 3 мужчин из Одессы. В течение нескольких месяцев они совершали кражи на территории Николаева. Попались квартирники после очередного преступления. Мужчины передвигались на автомобиле с иностранной регистрацией, подбирали квартиры на первых этажах, после чего взламывали металлические решетки на окнах и проникали в помещение. Забирали деньги, ювелирные изделия, телефоны и другое ценное имущество. 2 правонарушителя уже были судимы за подобные преступления, а другой в розыске в Белгороде-Днестровском. Во время обыска автомобиля правоохранители изъяли награбленное имущество и орудия преступления. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении избрания меры пресечения. Привлекался за что-то? Привлекался. За что? За имущественное преступление. Какое именно? Кража. За домовладение? Да. Путем проникновения? Путем проникновения, да. Ранее судим. По каким статьям? Ранее привлекался? Нет. Судим? Нет, не судим. Не привлекался? У меня процесс идет, но я не судим.